Тобольске каждый весенний день генеральная уборка. Дорожники стараются подметать магистрали Нижнего Посада, не поднимая пыли. На трактор установили специальную емкость для воды. А вот на некоторых улицах от сырости не знают, куда деться. Трубы частично завалены, канавы тоже, а местами их вообще нет. Мы проливаем горячую воду, пропускаем, где наледь застыла, чтобы вода проходила. Под горой в основном частный сектор. Каждый хозяин дома действует как хочу, так и ворочу. Новые трубы не стыкуются старыми. Взять вот улицу Горького, начиная вот 58-й дом, новый дом. Хозяин две трубы положил, завысил их. В результате 10 следующих домов подтоплен. Надо заниматься углублением канав, устройством водопропускных труб. За 2,5 недели в диспетчерскую ДЭУ поступило 100 заявок. Выезжая по одному адресу, дорожникам приходится промывать трубы у 5-6 домов. Каждый теплый день приносит новые хлопоты. Моем, как на горной части скверы, моем памятники начали. В подгорной части моем ограждения, опоры освещения, стойки дорожных знаков. Параллельно мы производим работы по очистке прибордюрной части. Ежедневно, начиная уборку в микрорайоне Иртышске, рабочие с инвентарем двигаются к центру города. Они проходят десятки километров, чтобы навести порядок. Тобольки мусорят, да, они это некультурные стали какие-то. Прибираем, все убираем. Вот на лавочках сидят, тоже разбрасывают. За день уберешь все. На следующий день опять то же самое. К майским праздникам сотрудники ДЭО должны подготовить 27 скверов и главный городской объект – монументальный ансамбль «Тобольков Бессмертный полк». Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.